друзья, автосалон «Экзотик Авто» рад представить вам Maybach 57 2003 года выпуска. Maybach не из тех авто, которые хочется подергать за ручку или попинать по колесу. В нем нету и намека на фамильярность, даже на дружескую улыбку. Он абсолютно серьезен, как охранник профессионал, всегда настороже и наготове, признает только хозяина, никого другого. Уже собираясь нажать кнопку брелока, чтобы отпереть дверь, вы заметите, что в тот же миг, словно угадывая ваши желания, хромированные флажки замков приподнимутся, казалось, приглашая: «Входите, хозяин, располагайтесь». Конечно, никакой мистики здесь нет. Просто система доступа без ключа узнает владельца на расстоянии вытянутой руки. Внутри сдержанная строгость кабинета сталинской эпохи. Просторные кожаные кресла с прямой спинкой, массивные подлокотники, толстый слой рояльного лака на панелях и подлокотниках дверей. Включив зажигание, вежливо приподнятая рулевая колонка медленно опускается. Раздвигающаяся до неприличных размеров подушка сидения и огромный запас продольной регулировки, похоже, рассчитаны на библейских исполинов. Отпускаем педаль тормоза, нажимаем газ. Но Maybach, заурчав, остается на месте. Сильнее прижимаем педаль, и только тогда трехтонная махина сдвигается с места. Позже вы приноровитесь к этой особенности трансмиссии, реагировать лишь на конкретное нажатие акселератора. Под стать мотору и тормоза, электрогидравлические, знакомые еще по Мерседесу SL. Впрочем, они тоже не понимают нежностей, реагируют только на уверенный нажим, лишний раз подтверждая, что под вами 100% мужской автомобиль. Честь и хвала адаптивной подвеске Airmatic. Maybach практически не замечает волн трамвайных путей и отдельных ям. Кстати, Maybach не так боится российского бездорожья, как кажется на первый взгляд. К тому же кузов можно приподнять на пару сантиметров. Все же находиться за рулем даже супер Maybach'а – сомнительное удовольствие. Пора отдохнуть на заднем сидении. Выдвинув подушку и наклонив спинку, вытянем ноги. Мешает переднее сиденье. Задний блок управления позволяет отодвинуть его. Приоритет за боссом. Размять мышцы перед партией в гольф или теннисным турниром поможет встроенный массажер. Изобилие мультимедии для задних пассажиров впечатляет. Здесь вашим услугам DVD-плеер, 6-дисковый CD-чейнджер, а также встроенный холодильник и раскладной столик. Послушаем последние биржевые новости или посмотрим свой любимый DVD-фильм на встроенном 10-дюймовом мониторе. Maybach дарит своему хозяину не набор ощущений, а свой собственный мир роскоши и комфорта. Вы не пожалеете ни на цент после его покупки. Поверьте, он этого стоит. Это уютно устроенный мир, скрытый за вязью 2М в магическом треугольнике.